Мы танцуем рок, рок, рок. Мы танцуем поп, поп, поп. Мы танцуем ток, ток, ток. Мы танцуем хлоп, хлоп, хлоп. Всем привет! Сегодня я хочу открыть и показать вам очень интересную куколку Ever After High марионетку. Кстати, хоть коробка и очень громоздкая, но открывается она достаточно легко. Это не самая интересная верхняя часть коробки. Самое интересное будет вот здесь. Куколка немножко потеряла свою позицию в коробке. Какая она миленькая, какая она необычная. Куколка Кедрвуд Ever After High. Очень красивая кукла-марионетка. Посмотрите, какая шикарная. И очень мне понравилась коробочка. На обратной стороне сама Кедрвуд, но почему-то она с маленьким носиком. И история. Письмо о помощи. Мне кажется, она такая большая на самом деле, но это, наверное, за счет того, что у нее шляпка, ушки и очень-очень высокие туфельки. И посмотрите, как интересно сделано, что эта коробочка – это сцена. Как будто Кедра сейчас выступает на сцене. Поднялся занавес, и вышла Кедра. А вот здесь как раз располагается марионеточный крест, которым можно управлять куколкой. Начну рассматривать ее милое личико. Лоб, щечки, подбородок и носик разукрашены в виде среза дерева. Оно и понятно, ведь девочку выстругали из полена. У Кедры большие глаза, но они, скорее, не очень счастливые, а печальные. Как ни странно, мне очень нравится ее длинный носик. Куклу наградили ослиными ушками. Они, кстати, не снимаются. Если честно, то мне стало немного жалко куклу, потому что я представила, как публика смеется над бедной Кедрой из-за ее внешности и длинных ослиных ушей. Резиновый ротик, к сожалению, не двигается и не закрывается. На голове ободок со шляпкой, на которой всплыл китенок. У куклы восхитительное яркое платье, высокая горловинка, рукава-фонарики. Нижняя часть платья – это фатин с блестками. Я обратила внимание на красивый корсет. У кукол Ever After High всегда очень красивые, сказочные аксессуары. Шарниры у Кедры абсолютно другие, нежели чем у стандартной Ever After High. Они сильно разболтаны, чтобы при малейшем подергивании за веревочку реагировала вся куколка. На ножках красивые нежно-сиреневые гольфики с бантиками и шикарные сказочные туфельки. Под каблучком спрятались часики с кукушкой. Это, кстати, также одно из отличий Ever After High – потрясающие туфли. Мне очень понравилась сегодняшняя куколка, надеюсь, что вы меня поддержите лайком и подпишитесь на мой канал. Не забывайте, конечно, про основной канал «Воплощенные идеи». Я всех очень люблю, пока-пока и до новых встреч! Вообще она может выступать под куполом цирка, как воздушная гимнастка. А теперь попробуем поклонить куколку. Интересно, получится? Ну, если только вот так.